Очередное письмо на ресурсе «Донбасс сегодня». Украинский самолет сбросил бомбу в 60 метрах от гражданского автомобиля под Зугресом. 2 августа 2014 года крестили нашу младшенькую внучку Машеньку. Мы ждали старшую дочь Олю, которая с мужем и маленькой дочуркой Полинкой живет в Зугрессе. Был погожий теплый августовский день. Хоть мы уже не первый день слышали отдаленный грохот взрывов, верить в то, что они придут к нам, не хотелось. Надежды добавляли старожилы Золотаревки. Они рассказывали, что в годы Великой Отечественной военной лихолетия обошло наше село стороной. На территории села не прогремело ни одного выстрела. В это утро я готовилась встречать гостей и ждала Олю с ее семьей. Она уже отзвонилась, сказала, что они сейчас выезжают. Прошло минут пять, и вдруг, как гром среди ясного неба, со страшным ревом над нами пролетел самолет. Он, казалось, чуть не снес крыши домов, и оглушительный взрыв, от которого вылетели стекла из окон школы. Люди побежали прятаться в подвалы, и только я стояла, как вкопанная посреди двора. Сердце бешено колотилось, потемнело в глазах. Там по трассе сейчас едут мои дети. Скорее позвонить, узнать. Но руки не слушались, как будто что-то тяжелое навалилось на плечи, сковало. Из оцепенения вывел телефонный звонок. Дрожащими руками взяла трубку, звонила Оля. «Мама, нас не ждите. Когда мы ехали по трассе, пролетел самолет. Бомба упала и взорвалась прямо перед нами на асфальте метрах в 60 от нас. В результате взрыва образовалась огромная воронка, ее не объехать. Мы все целы, только машину побило обломками асфальта». Трудно передать, что я чувствовала в этот миг. Слезы градом катились по щекам. Дети живы, значит, жизнь продолжается. Стилистика и пунктуация автора сохранена. Ирина М., село Золотаревка, Шахтерский район. В проекте «Как я встретил начало войны» каждый житель Донбасса может рассказать, как именно изменила война его жизнь, что произошло в его судьбе с началом боевых действий в Донбассе. Необходимо, чтобы весь мир узнал о тех тревожных днях 2014 года, когда началась гражданская война. Вы можете отправить свою историю нам на почту, адрес электронной почты. Все письма можно прочесть здесь. Ссылочка «Переход». Украинский самолет сбросил бомбу в 60 метрах от гражданского автомобиля под Зугрессом.